Вчера у меня было обращение к Федеральному собранию Российской Федерации ежегодное, в числе важнейших в контексте социально-экономического развития страны существенно ограничить к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии в нашей стране. Рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества